Сегодня 18 июля 2013 год. Мы в порту Марина Бедезанж. Вот это дом Амираль большой. Здесь вот лодки. Мы с Полиной гуляем. Смотрим лодки. Сейчас лодки посмотрим. Куча лодок. Ой, там, смотри, еще видимо-невидимо. Порт Марина, вот называется Порт Марина. Вот эти дома. Их несколько, их таких вот корпусов. Они по-разному все называются. По-моему, 4 или 5 вот таких корпусов. Всякие лодки, лодки. Куча всяких лодок. Видишь, у Полины вот здесь, допустим, направление четверочка, там четвертый там мостик, да. Вот места от 158, да, 222. О, мы можем пройтись по вот этому мостику. Нет, выезжают, смотри, вот видишь, вот, вот заходишь вот так, вот садишься в свою лодку, и вон вот проезд, и вот так вот они выезжают. Вот здесь бензин, что тут все. Вот мы идем по мостику. Выезжает? Конечно, они все на лодках выезжают. Но сейчас просто вот стоят, здесь стоянка. Кушают. Кто кушает, кто вечером. Они разные все, и двухэтажные, и большие, и маленькие лодки. Вон, смотри, большие какие стоят. Вон там вот вдалеке. Видишь, они большие. Да. Вот какая-то конструкция. Или она недостроенная? Ну, это как бортик, мостик капитана, или как это называется. Вот. Дети кушать не буду, снимать, не буду их смущать. Лодок много, очень всяких лодок. Да, Поль, лодок много? А что ты на ней? А что они поздоровались? Просто улыбнулись тебе? Не сказали бонжур. А, не сказали бонжур тебе? Собачка. Собачка сидит. Привязали собачку. И сидит. Хунда. Ну, видишь, руль какой. Вон там большие лодки стоят, я вижу. Очень уж большие. Лодочка. Мы подойдем поближе к этому порт Марина. Посмотрим, какие там. Вано. А, это лодка. Видите, вот такие камни еще. Вот и раз. Этот дом. Второй. Третий. Четвертый. Четыре. По-моему, еще есть. По-моему, их 5 корпусов. Ага, мы так не выйдем никуда, там заканчивается бортик. Вот, блин, смотри, вот они, видишь, вот здесь вот сколько места. Вот садятся в лодку и вот выезжают в море. Все, вот там вот выход в море. Вот здесь заканчивается. Да, да, я же говорю, там большой. Ну, это очень дорого, миллионы там и, смотря какие лодки. Здесь вот такая, смотри, маленькая лодка пришвартована. Вот такая.
смотри, кого нам большие лодки. Сейчас вот так вот. Может, пойдем сюда? Стой. Не видно. В общем, небольшие лодки. Сейчас сделаем фоточки. Все. Пока. Еще раз вот. Вот такая вот красота. Сегодня был дождь утром. Погода такая приятная, приятная. Хочется гулять, гулять и гулять. Поль, сфотографируемся, да, делаем несколько фоточек именно на фоточек, да? Ну все, пока.